Давайте пробежимся по рейтингу. Что у нас получилось? Смотрите, по рейтингу фиолетовый Fire, да? Фиолетовый это 66 сервер. Из клана Fire какая-то. Дамочка очень много науничтожала на 236к. Жесть, на 236к. Ты вообще кто такая? Потом наш 197, это я так думаю какой-нибудь был Серафим. А нет, слушай, не Серафим, а что это, Мел что ли? Ну, больше похоже на Мела, да? 197к, а потом розовенький кто-то там на 187 науничтожал. Потом Ролл, Джек Скелетон, то есть 66 серию это неплохо разошелся. То есть, если посмотреть в топе-то, тут больше всего 66 сервера у нас двое, и розовеньких 65 сервера тоже двое. То есть, вот так вот, да? По стройке Джек Скелетон на 749к настроил, кто-то на 603 у розовеньких. Ну, это бинкария быстрее всего. И желтенький кто-то у нас на 526к настроил. Блин, какой-то монстрик. За третье место 7500 рубинов. Здесь за второе 10500. Ну, неплохо так кто-то насобирал. Эта штучка, дамочка на 439 настроила. Ну, и давайте теперь по журналу. Итак, нас науничтожали. 590 нам снесли 66-й, 769 нам снесли розовый. Что здесь происходит? Здесь происходит, мы 1,5 миллиона 66-му снесли и 2,5 65-й снес 66-му. Ну и, соответственно, этим снес 3 миллиона 66-й сервер и, соответственно, 1,8 мы снесли, да? Смотрите, статистика разрушений у 65-го сервера 4,900, у 66-го 4. И нам всего лишь статистика разрушения 1,3 миллиона досталось. За счет этого мы победили. По стройке мы настроили на 16 миллионов. Так, на 16 400, на 17 700 настроил 60. Этот строил, и на 17 900 настроили розовый. То есть мы настроили меньше всех, но мы победили. Это самое главное, что вам нужно знать. То есть видите, двое из нашего клана. А кто это мог быть? Хантер, Редрипер. Ну, Попель навряд ли, потому что Попель вообще, в принципе, не особо в последнее время активен. Я думаю, это какой-нибудь Биг Дог, наверное. И Мел, либо Эмо Рипер. Нет, Эмо Рипер здесь есть. Ну, блин, там так-то реально много. Там так-то много народу, кто мог. Ну, я не буду сейчас гадать. В общем, вот такие вот результаты.